Итак, в осенний вечер, чем можно еще побаловать своего любимого мужа? С чаем вкусным, с лимончиком. Круассаны. Я купила тесто, конечно, его сама не замешивала. Сейчас я вам покажу, какое тесто я купила. Вот такое вот. Сейчас. Видите, вот такое вот тесто я купила. А здесь то же самое, например, нарисовала. И внутри они у меня с Black Cherry, это черная вишня, такой плотный-плотный джем. 75% здесь этой вишни. Сейчас я открою, покажу. Вот видите, она такая плотная-плотная, то есть не растекается, не должно растечься. Видно, так уварен хорошо, может, же не знаю, с чем это. Вкуснючая, такая вкусная. Мне так нравится эта продукция. Такая вот баночка. Вот. Ну, посмотрим. Скоро они в духовку летят. Вот такая вот красота получилась. Неимоверная просто. Посмотрите, как... О, пахнет как. Вот так вот, Робертушка. Tell something. Ой-ой-ой. Робертушка, я сказка в твоей жизни, понимаешь? Кто бы так за тобой ухаживал? А? Так я бы тебе наготавливал, если б не я. Ну что, приятного аппетита!